И к новостям спорта. Трехкратный чемпион мира по боксу Магомедрасул Меджидов провел свой именной турнир. Республиканские соревнования при поддержке регионального филиала Ростелеком проходили в Акушинском районе Дагестана, на малой родине боксера. За ходом поединков следил мой коллега Курбан Рагимов. Ему слово. Бьют руками, но выигрывают ногами. Так в боксе говорят о технарях, кому победы даются за счет правильного перемещения по рингу. Акушинец Ибрагим Гаджиамаров – яркий тому пример. Верная тактика вкупе с поддержкой родной публики привели его к самой пока громкой победе в карьере. Спасибо моим болельщикам, тренерам. Есть какая-то мечта в этом виде спорта? Да. Олимпийский чемпион. Мечтой выиграть Олимпиаду живет каждый из этих боксеров. Турнир на призы Меджидова станет для них очередной ступенькой, уверены организаторы. Здесь будущие мастера кожаной перчатки смогут пройти так называемую обкатку, получить соревновательный опыт. Первый свой турнир я тоже смотрю сейчас на этих ребят молодых. Я вспоминаю себя как первые эмоции, первый турнир, там, волнение всякое. Это все интересно, все бывает. Это все опыта набираются ребята. И вот так они доходят до высоких мест. Если они работать будут, конечно. Конечно, я сам начинал с таких турниров республиканских. Это дает дальнейший опыт для выступления на уже чемпионатах России и дальше, более высоких соревнованиях. Видите, много участников, высокая конкуренция, начало пути боксеров. Присутствие титулованных боксеров стимулировало участников. Они с особым рвением и упорством пытались показать все, чему их обучали тренеры. Призовые на ринге местного спорткомплекса имени Омарова оспаривали более 150 спортсменов. По итогам трех дней определились обладатели 23 комплектов наград. Боксом занимаюсь 2 года. Тренируюсь под руководством Назирбека Насулаева и Марата Курбанова в зале «Молот». Провел 3 боя. Хорошо пошли. Самое трудное в финале было. Эту победу я быстро забуду. Я буду дальше тренироваться, чтобы самых высших высот достичь в спорте. Золото Шамсул Вараева не помогло столичным боксерам выиграть общекомандный зачет. Вперед махачкалинцы пропустили хозяев акушинцев. А на третьей строчке расположилась Каспийская школа бокса. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Акушинский район.